Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад golesosad.com. Семена и саженцы редких растений. При финансовой поддержке общественной организации Международное Содружество Творцов Родовых Поместий. Мы живем в довольно унылую пору. Но верим, что лучшие времена не за горами. Потому что есть она. И он. И они. И ты. Сменив поисковую систему с Google на Экозию, люди по всему миру посадили 50 миллионов деревьев. И эти деревья поглотили 2,5 миллиона тонн CO2 из нашей атмосферы. Но они делают намного больше. Пользователи Экозии посадили живое убежище для тех из нас, кому некуда больше идти. На Мадагаскаре, в Бразилии и Уганде мы сажаем деревья, чтобы соединить между собой изолированные участки леса. Эти живые мосты позволяют лемурам, шимпанзе и ягуарам добывать себе пищу и находить себе пару, без необходимости пересекать опасную человеческую территорию. Но 50 миллионов деревьев, посаженных пользователями Экозии, не только восстанавливают потерянные нами леса, они также защищают леса, которые мы не вправе потерять. На Борнео мы посадили стену из деревьев вокруг горы Саран, чтобы не допустить превращения 25 тысяч гектаров древней среды обитания орангутангов в стерильную монокультурную фабрику по производству пальмового масла. Местные фруктовые и ореховые деревья, что мы там сажаем, так же, как и в Марокко и на Гаити, дают стабильный доход фермерам, заботящимся о них, и постоянное укрытие для тех, кто находит спасение среди их ветвей. Глобальные изменения климата влияют не только на дикую природу. Снова и снова фермеры, с которыми мы работаем по всему миру, говорят нам, что сезонность нарушена. Что урожаи все сложнее предугадать. И что обеспечить семью сейчас труднее, чем было раньше. Но есть еще кое-что, что говорят нам люди. Деревья восстанавливают запасы воды и плодородие почвы. Они сдерживают ветры и наводнения и обеспечивают более надежный, разнообразный и обильный урожай. На ферме Макады, на севере Ганы, деревья — жизненно важный источник фруктов и масляных орехов. Деревья, выращенные маме вокруг ее поля в Сенегале, создают тенистый микроклимат, защищающий ее бамию и перец от сухих ветров и голодных животных. В Уганде они снова наполняют колодец Джурама чистой водой. На юге Испании деревья, посаженные Белен и Лео, превратили бесплодную пустыню в плодородную почву. Макада, Мами, Джорам, Белен и Лео и все остальные фермеры, с кем мы работаем в Колумбии, Никарагуа, Танзании, Кении и Буркина-Фасо, живое доказательство, что сохранение природы и сельское хозяйство могут сосуществовать. Нам никогда не придется выбирать между лесами и полями. Вместе 50 миллионов деревьев могут помочь охладить нашу планету, и каждая из них обладает силой изменить чью-то жизнь. Восстанавливая запасы воды, давая новую жизнь в рождающейся почве и зачищая посадки, леса Экозии увеличивают урожай, иногда даже удваивая их. Больше еды означает лучшее здоровье, и мелкие фермеры могут продать излишки урожая, чтобы поддержать себя и свои семьи. Алмаз может платить за учебу в школе своих детей в Диле, Эфиопия.
На берегах реки Дака в Гане Пол может позаботиться о своих старших. В то же время в регионе Сахель, в Сенегале, мистер и миссис Сек теперь имеют средства на покрытие медицинских счетов своей семьи. В высокогорных перуанских Андах Филиппе может начать копить деньги. А в глубине побережья Освальдо может позволить себе отказаться от торговли наркотиками и создать жизнеспособную кофейную и какао-плантацию, возвращая мир в сообщество. Чтобы поддержать этот цикл положительных перемен, местные партнеры Экозии объясняют следующему поколению, насколько важны деревья для их достойной жизни. Как по всему миру женщины и молодежь берут на себя восстановление лесов на своих землях, и как деревья представляют собой наш последний и единственный шанс предотвратить катастрофическое изменение климата. Когда мир забывает об этом, наше будущее выглядит унылым. Но, задавая это направление, мы, как сажающие деревья, некоммерческое, нацеленное на результат, открытое, учитывающее частные интересы, платящее налоги, компания, мы верим, что лучшие времена не за горами. Потому что есть она. И он. И они. И ты. Видео переведено и озвучено по инициативе и организационной поддержке сайта Лесосад goulesosad.com. Семена и саженцы редких растений. Выращивайте ваши лесосады вместе с нами. Перевод Святослав Макаров. Голос за кадром и видеомонтаж Сергей Горин. 2019 год.